Со сборной Чехии наша сборная не встречалась давно. Зато нынешний сезон началась поединка с командой из Словакии. Школа и футбольная традиция у чехов и словаков одна. И матч весьма показателен. Наши проиграли 1-2, не справившись с нападающим Дубовским. Оба мяча на его счету. Правда, тогда сборная России только искала свою игру. И состав ее не был оптимальным. Оба раза Дубовский отпустил не играющий ныне за сборную России защитник Горлукович. А мяч престижа после довольно долгой комбинации провел Валерий Карпин.